Приветствую вас. Ага, я полагаю, что для начала нужно определиться с тем, что вы вообще хотите услышать. Что вы хотите услышать, на самом деле. Вы хотите услышать реальный совет по поводу того, лишаться вам или нет? То есть вы хотите, чтобы знакомые люди, коими мы являемся для вас объективно, указали вам, как распоряжаться своим телом, к примеру. Не кажется ли вам это несколько странной позицией? Не кажется ли это вам несколько неуверенной позицией? То есть, тот момент такой, что либо вы не уверены в себе, и вам нужно сперва с уверенностью в себе поработать, да, то есть повысить уверенность в себе, ценностную систему определить, критерии какие-то, значит, выявить, да, вот. Это вот так это работает. И уже, соответственно, потом уже можно будет что-то решать, да, потом уже можно будет что-то думать, потом уже можно будет идти дальше. Потом. Но только потом. Ни в коем случае не сейчас. Ни в коем случае не сейчас, когда вы, ну, по сути, на распутье находится. Да, такой момент. Либо у вас есть, уже есть своя точка зрения на этот счет. Уже есть свое мнение на этот счет. Вот. И вы просто хотите его подтвердить. И тут опять же вот вопрос к вам, а почему вы своему мнению, ну, вот, не доверяете? Вот, из-за чего вот вы не доверяете там, ну, своей какой-то позиции? Вот. По какой причине вы не доверяете своей какой-то позиции? Такой вот, ну, которая у вас есть, к примеру. С чем это связано, что вы не доверяете? В чем, как бы, болезненно позиция ваша? Дальше. Следующий пункт, который нужно отметить, это значимость, собственно, девственности, да? Что она для вас значит? Если вы, ну, в силу своего там воспитания, в силу своих ценностей, опять же, да, в силу своих, ну, в силу традиций, которые у вас имеют место быть, если вы считаете, что девственность это важно, если вы считаете, что девственность это прямо очень важно,
Ну, в таком случае, наверное, не стоит, потому что вы имеет отвечать очень мало. То есть, если для вас это имеет большое значение, ну, человек был проверенный. Вот. А за месяц человек никак не проверит. А за месяц человек никак не... нельзя проверить, там, что бы он ни говорил, да, потому что, ну, это все-таки очень, очень мало. Вот. С другой стороны, может быть, вы встречаетесь только месяц, а может быть, знакомы вы большее количество времени, я не знаю, но с этой точки зрения так. Если же девственность для вас не важна, для вас самой, еще раз повторю, не важна. Если вам хочется секса, то, в общем, нормально. 21 год. Да и раньше, в принципе, было нормально, да? Вот, мужчина хороший, да. Мужчина уважительный, чистоплотный, ласковый, красивый, то есть, ну, вызывает у вас влечение здорово, да? Вот. То, почему нет? Девственность ничего не значит в этом случае. В этом случае девственность просто физиологически особенно. Ну вот, знаете, какой привести пример, да, вот. Допустим, вот, знаете, как открывают дорогу, а вот новая дорога, да, и открывают. Так это вот такая ленточка праздничная, приезжают люди, ну, руководители, политики, и они открывают эту дорогу. И что это открытие значит? Открытие значит просто начало. Просто начало пути, да? Через эту дорогу проедут очень много автомобилей, очень много машин, очень много транспорта, и людей пройдут. Так, может быть, воспринимать то, что происходит с вами сейчас, как начало пути, просто, все. Особенно, если вам хочется секс. Но мне кажется, если честно, что момент здесь, он такой, что вы к своей девственности относитесь вот с точки зрения социума. То есть вы как бы, как, ну, как будто бы, ну, не знаю, как будто вы стыдитесь, что вот мне 21 год, а я еще до сих пор там не девственница, к примеру. Ну, то есть для вас это уже, знаете, как вот уже, ну когда уже, ну вот, ну что мне с ним делать, ну вот до сих пор я девственница, вот вроде и лечиться не могу, в то же время хочется, и вот тут как уже с ним быть? Это очень такая вот комплексная проблема. Не в том смысле, что комплексы у вас, а комплексная пока что проблема. Комплексная. В том смысле, что это не только ваша проблема, проблема оценки. Проблема оценки людей, окружающих, того, что вы хотите. Проблема восприятия людьми, в том числе вашими родными. Девственности. Как, ну, как таковой. И, как следствие, отсутствие собственного мнения на эту тему, конечно же, что неприемлемо, что неприемлемо, абсолютно, абсолютно неприемлемо, потому что, ну, как бы,
не позволяет вам распоряжаться своим телом, так как вы хотите. Ну, вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас, я надеюсь, что это было интересно для вас, надеюсь, что это было познавательно для вас. Резюмируя все, хочется сказать так, что девственнице следует лишаться, если вы вот просто хотите секса, да, и просто хотите, ну, просто хотите секса. В этом случае девственнице можно и нужно лишаться. И тут на самом деле не важно абсолютно, с кем вы лишитесь. Лишитесь вы ее с этим мужчиной, лишитесь вы ее своим мужем, то есть это будет, в общем-то, одинаково. То это с точки зрения физиологии, именно с точки зрения физиологии это будет одинаково. С кем вы лишитесь, не важно. То есть не важно, как откроется дорога, важно, как она будет использоваться потом. Не важно, с кем вы лишитесь девственности, важно, с кем вы будете спать потом. Не важно, с кем вы лишите девственности и как. Важно, насколько будет, насколько полноценной, активной и удовлетворительной будет ваша сексуальная жизнь. Вот что вам. Сейчас у вас в некотором смысле детская проблема. То есть это не проблема в этом смысле. Лишиться девственности или нет. Но вот наличие этой проблемы, самой по себе, да, наличие этой проблемы, именно наличие этой проблемы, на мой взгляд, говорит о вашей психологической незрелости, к сожалению. И, если я прав, если вы действительно психологически незрелы, то вот в этом случае, наверное, сексом вам стоит повременить. Потому что сексом нужно заниматься все-таки будучи зрелой. Либо не имею никаких ожиданий вообще по отношению к партнеру. Но как бы реалии тут таковы, что скорее всего у вас такие ожидания есть имеются. Потому что вы говорите, вот встречаемся месяц, что сейчас не сомневаетесь там и так далее. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.